Остались считанные минуты до конца соревнований. За 2,5 рабочих дня мастерам предстояло сложить печь барбекю. Жюри выберет только одного лучшего, хоть на первый взгляд каждый из умельцев справился со своей работой на отлично. Но суть конкурса не только в этом. Так как приехали с разных регионов нашей огромной страны, идет все время обмен опытом, идет общение живое, идет оценка, вырабатываются критерии. И это очень важно для развития профессионализма. За победой в Карелию из Чувашии приехал Даниил Яковлев. Он самый юный участник, всего 18 лет. Даниил стал победителем национального финала WorldSkills Russia по компетенции «Печное дело». И его пригласили сюда соревноваться с лучшими из лучших. Я учусь на строителя, строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Ну, в техникуме проходят отборочные по компетенции «Печное дело», решил попробовать тоже поучаствовать. И так получилось. То, что сначала выиграл в техникуме, потом регион, и вот в конце нацфинал. Наш земляк Андрей Юдин посвятил печному делу более 15 лет. Благодаря своему большому опыту Андрей справился с заданием одним из первых. Открывайте. Все, закончили, успели. Конкуренция высокая. Участие принимают 10 мастеров из 9 российских регионов. Стоп-сигнал прозвенел. Мастера отошли от своих изделий, теперь эксперты оценят их работы. Будут смотреть на эстетическую составляющую, оригинальность, сделают расчеты, а потом подведут итоги. Жюри строго и справедливо оценивало каждую работу. Сложность в том, что все печи сделаны по индивидуальному макету. Зуб есть, но небо видно. Небо видно, да, хорошо. Разбавили напряженную обстановку кировцы. Константин Сметанин со своим подмастерьем Павлом Кудрявцевым сложили национальную вятскую печь и решили порадовать участников и жюри целым представлением. Ой, дед! Ты хоть дров наколол, опять бездельничаешь сидишь, а? Да сижу я тебе бездельничаю, тебе посмотри, какую печь барбекю сделал. Ой, батюшки, барбекю! Слово-то какое, материшься, аль чё, а? А не это слово такое, заморское, вкусное. Жюри по достоинству оценило не только презентацию Константина, но и саму работу. По итогам конкурса он стал лучшим печником России. Мастер признался, что печь делалась от всей души. Заняв первое место, я считаю, что имею полное право быть наставником, давать советы, рекомендации. И это уже будет, скажем так, весомым аргументом для молодых ребят. И мы будем максимально поднимать печное ремесло на вятской земле. Печная школа Вятки, она очень сильна, и мы будем только ее усиливать. Второе место занял Александр Коновалов вместе со своим сыном, которые приехали из Краснодара. Бронзу забрал петрозаводчанин Андрей Юдин. Победители конкурса получили денежное вознаграждение, а также яркие впечатления и огромный опыт вместе с другими участниками соревнований. Александра Степанова, Владислав Петров, служба новостей.